Владимир. Всем привет. Сегодня первый у нас будет жареха картошки. И мы вернулись из этого жуя. Грибы, конечно, так себе. И мы вернулись. Один белый, две сыроежки. Остальное все маслята. А, нет, еще три подберезовика. Ну, таких чисто хороших. У нас картошка. Костер готов. Мангал все тот же. 12-литровочка, чистенький. Маслом обработанный. С прошлого раза. Ну все, как сейчас начнем готовить. Все в процессе. Покажем. А потом... Так, ну что, пора казан ставить на огонь. Ну и начинаем потихонечку. Маслице заливаем. Маяк. Дальше грибы, лук. Пошли. Грибочки. Лук попозже чуть-чуть. Сейчас как зашерустят, мы туда и лучок добавим. Вот добавили лучок. И все перемешали. На хорошем пламени. Вот. Приблизительно так. Ну а следующий картофан пойдет у нас. Так приблизительно у нас сюда ушло 2 килограмма грибов, 2 здоровенных луковицы почти под килограмм. Картошки сколько у нас? Килограмм. И картошки килограмм. Вот так вот. А кто как делает, можете написать свои рецепты. Я думаю, у всех все вкусно получается. Когда с душой, с любовью, да свои, с леса. Вот так вот. Так, ну что, выпариваем воду из грибов. Минут 10, обычно 15. А мы пока испьем росинку. Всем приятного аппетита. Так, ну что, вода выпарилась, все начало зажариваться, желтеть. Пора и картошечку добавлять. Поехали. Килограммом она тут все 1,5-2. Короче, 2 на 2. И где? Ну все. Теперь ждем готовности. Получаем, вау, эффект.
Свежак, картофан с грибами. Так, ну картошечка у нас пришла в готовый внешний вид, посолили. Все, сейчас мешаем. Не вкушаем. Вот она. Вот она. Загонек такой вот. У нас медленный. Мешаем, мешаем. Ну? Еще? А так? Ну буквально еще минутки, две, да? Как? Ой. Минутки две и скушаем. Люди поехали отдыхать, купаться. Ну что, теперь всем скажем приятного аппетита. Разошлась на пробу, да? Вкуснятина? Угу. Сейчас у нас огуречки, помидорки, росинка. И что мы добавим? Перчик. Да, обязательно. Готово? Готово, да. Выключай. Выключай. Ну что, всем приятного аппетита.